Сегодня у нас 1 августа 2016 года. Поселок Потеряевка. Вот приехали к нам, который будет нам бульдозер давать для работы. Доброго здоровья, отец Игнат. Так вот, это положено в Руси. Что за него проехать-то? Короче, травка. Мне же Леша говорит, ты по травочке, где лужа большая, там огромная лужа. Одной хотя бы. И я поехал по травочке, а там старая-престарая колея, видно, Урала, и я прям сразу умостился, у меня колеса повели. А это не говорю. Одним колесом ехать можно по траве, не двумя. Я бы там даже одной поехал, я бы все равно там умостился. Ну, там такое место. Они-то ездят все время туда-сюда наши. Страшно. А остальные-то места проехал. Но так, сейчас обратно. Хочешь? Пить хочу. Пить. Сейчас, я сейчас сгоняю домой. Я принесу сейчас. А что ты пить-то? Что, не напьется? Что не напьется? Из колодца будешь пить домой? Конечно. Давай. С ваших рук. Ну все. Все, ездите тогда. Леша, ты мне насчет этой. В это все. Значит, мы пилим уже сороковку. Он говорит. 20-ку. Да. Хороший лес. Так, ты сказал сколько? 5 кубов. 5 кубов. 5 кубов плюс 18. Так, плюс 18, все. Которые в прошлом году были, эти. Все, как все. Называется? Рейки, бланки, Сарик. Березу загубили. Березу загубили. Ну, хорошо. Ладно. Ну, ладно. Холодно, еще бы пил и пил. Я не напьешься такой водой. Да. Понимаешь, что все на пустом месте, когда делаешь, оно тебе такое дорогое. Ну ладно, пошли. Поехали. Значит, вам я не говорю, что у нас все снимают. Все, поэтому у нас ни дорогие, ни кормы бывают. Я про это и говорю. У Игоря купил один расписку, там не было света. От гречки отказался. А это такую сумму вышло, уже, наверное, 5 судов шло. Ну все, все поверили. Ой, как эти суды надоели уже. Ну никак, взял и не отдает. В гречке машины ушли. Я не знаю, сколько там, что у него. По сегодняшним деньгам, почему 700 тысяч. 700 тебе. И у меня тоже 33 суда. 1 200 000, 1 900 000, 700 тысяч. Понимаешь, эти суды идут и идут. А, ну хорошо. А вот в прошлом году работал по каждый день. Ровно по счету. Так, видите, мы сразу договорились. То, что заправляет, меня это не касается, в работу не идет. Но как только он стронулся с места, уже считается работа. Он поехал. Он за рулем. Все правильно. Правильно? И поэтому у нас нигде с ним, с Алексеем не было разногласия. Значит, другой будет. Так, поехали. Володя. Поехали, поехали. Сейчас мы посмотрим, где. Садитесь. Какая работа стоит. Садитесь. Ого-го. Направо. На лагере проедем. Прям там, где он в прошлом году работал. В прошлом году мы не могли закончить. Да. У нас дамба была с внутренний слив. Разворачиваемся. Направо, вон там разворачивайся. Туда пойдете, вправо уйдете. Туда поедете. Осторожно. Вот сюда. Дамба и посередке у нас бетонный слив. А поднять-то как мы поднимем? А, все свежее, теперь оно маленько улеглось. Теперь мы старый слив трамбуем и поднимаем на тот уровень, на который мы уже установили новый слив. Ну рыбку-то хоть запустили? Конечно. Только на этом. И с удочкой можно? Можно. Но нынче, если мы подняли бы весной, то здесь было бы больше. И от озера пока
гусиное. Хорошо, все. Туда надо гусей или толстолобик какого-то. Воду ничего не надо, это все уйдет, когда рыба будет. Так, прямо езжайте туда, и вон там направо идет. Мимо лагеря, и мы туда проедем. На этот пруд, он называется лагерный. Вот сейчас направо. Мимо лагеря. Вот где-то, наверное, здесь выверните. Вот сюда. Ну ладно. Вот это объехать надо. Вон поправее маленько. Вот так. Потихонечку. Там можно было там напрямую. Ладно. Выйдем влево. Вот так. Теперь прямо езжайте. Сейчас мы выйдем на дорожку. Прямо. Так. Потихонечку. Вот так. Вот он, дорожка видно. Вправо прошла. Вот сюда. Так, прямо езжайте. Там видно тропинка, где мы купаемся, ходим. Вот сейчас направо прямо пойдет. Вот она пошла мимо крапивы. Вещик гоняет. Я вам говорю о том, как будет. Если он опытный, он это легко сделает. Если не опытный, тогда я не знаю. Вот самый трудный этот пруд. Почему? Потому что насыпь высокая, и надо абсолютно точно идти туда и обратно. Вот Алексей это все легко делал, он даже без напряга. Сделать. Влево можно вот между этими сунуться. Вот так, сейчас по дорожке прямо. Так. Потихонечку. Ну, можем вот здесь завернуть было. Там мы развернемся тогда. Маленько проехали, ничего. Это он выискал в прошлом году. Нынче он как раз ее и будет брать. Правее теперь туда. Вот где деревья растут, это дамба. У нас с Алексеем ни разу нигде. Он даже курил, и его нигде не видно было. То есть он уважал своих. Ну а как? Так, ну вот все. Можем машину поставить пока. Все. Потом сдадим, мы здесь выедем. Вон вот это сколько, видите? Охотников нет. Нет, надо посмотреть. Посмотреть? Тут одно место, которое прям необходимо. Держитесь, чтобы не оскользнуться туда. Вот это все он разгладит. Этот уровень тут достаточный. Я попросил лишнее здесь сделать. У нас бобры одолевают. Бобры. Такие норы роют, сюда будут седать. Пойдемте дальше. Мог не съехать. Или туда не кувыркнуться, или туда. Узковато. А? Узковато, говорю, надо будет, придется прям... Ну вот он идет. Тут он даже никакого затруднения у него не было. Он туда-сюда сновал, я и говорю, какой он. А вот нынче насадили, видите, деревья эти. Палки не дают, какой росток, чтобы потом закрепить. Это ива. Ветла называется. Вот она. Ребята натолкали ее. Ветла. Вот. Вот здесь ему... Здесь на сколько подниматься будет? Много? Не на сколько. Не на сколько, просто разрывает? Не сколько, он просто наоборот даже срежет маленько. Не на сантиметр. Вот потом. Когда вот это бобры, мы норы затыкаем, чтобы ногу не сломать. Это ребята натолкали, что вот это все разровняет и больше ничего не надо. А вот там, видите, там ниже. Вот сейчас мы пройдем. Посмотрим. Мы недавно затрамбовали здесь. Вот оно где, это бетонный спуск, он, его видать только остатки. Вот он, бетонный был спуск. Выше его мы не могли никак взять. Теперь нужно вот выровнять вот с этим вот. И тогда мы можем поднять уровень. Тогда здесь не будет промерзать до дна. Мы еще запустили там карпа, уже вот такие вот попадают. Ну, батюшка вчера поймал, говорит, ну отпустили его. Вот смотрите, как мы делаем. Какими слегами. Они закрепленные там за деревья,
чтобы земля далеко не шла, а в эту вдавила. И она между собой связана проволокой. Да, здесь тут самое страшное место. А? Самое страшное место здесь. Вот оно, его, вот где, видите где? Вот этот спуск. На чем держать? Ну вот мы хотели посмотреть. А там и столбы закопали, которые слеги уперли, чтобы она не давала дальше. Там это естественные деревья в деревья. И вот в этом месте, вот видите, как тоже запретили. Угу. Вот это уже слив куда шел. Это доска последняя, выше ее не, она не могла идти. Вот это он завалит. Вот это вот все. С этим выровнять. Выйти, ну, просто почти около дерева пройти. Почему я сказал, надо пройти? Посмотрите внимательно. Если это он, значит, проходит, утрамбовывает, он сразу продавит ее. Мы ее трамбовали. Соломой делаем, как саманная. Он сюда сначала будет нагребать, иначе ему не проехать. Нет, он... У него какая-то гусеница и шея вот по этим... Он стал, как и столкнет, столкнет. Это его право. А нож, он 3,20, по-моему, нож. Или 3,40 нож. Он однозначно вот эти все попереломает. Все, все, ничего не сделать. Дальше, вот это переломает. У нас были шпалы там. Вот отсюда, если начать толкать. Никак. Вы сейчас посмотрите, почему. Отсюда никак. Здесь то же самое идет, он тоже будет сшибать. Теперь посмотрите назад. Видите, что делать надо? Этот край поднять. А этот край до слега, до слива. Новый слив мы сделали. Это самая первая работа его. Он будет смотреть, как вот он, сюда, конечно, не пойдет, это она. Она будет давить на шпалы. Здесь тоже мы показали, где ему удобно. Но тут он войдет. Шпалы не заденет. А которые эти тычки-то сшибет, так ну тут уж просчитались мы. Я боюсь, что, Игнат Тихонович, вы видите, вот трещина, он пойдет тяжелый, сейчас после дождей глина вязкая, может уйти. Вот о чем речь. Я вот. Просил. Просил как раз после дождей все учесть, чтобы не было никаких недоразумений. Давайте до конца дойдем. Что нам нужно здесь? Поднять. Если бы здесь вот прошлый год мы подняли, вопроса бы не стояло. Отдельные кучи мы бы их там разорвали и своими силами поправились. Вот. Ну, глядите, вот такое здесь. Это за год она уже так укрепла. Ну, понял. Вот. Теперь где у нас клей? Вы сейчас увидите. Нам нужно поднять и там на том месте еще оставить кое-что. Глину запасную. Вот тут она, вот она рядом. Ну тут он поместится. Здесь поместится спокойно. Ну вот, а там, где не поместится, надо расширять. То есть он ее раздавит и толкать будет туда еще глины. Вот теперь смотрите. Это запасная глина им была оставлена. Вот мы что делаем. Старостовка. Ты смотри, Володя, это за эти дни. Ну. Вода поднялась. Поднялась за эти дни. Вот она. Мы ее отработкой прорабатываем, закрепили. И весной здесь вода на полную эту, там на том шла. Просто бурло, и ничего у нас не сдвинулось, все как есть. Вот нам что нужно. Подтянуть. То есть с этой стороны бесполезно. Ну там только вот если сойдет вот этот берег, ну с этим сравнять. Вот так. Вот подумать, если нельзя, значит все у нас плохо делать. Я не смогу его заставить, это опасно. Да, опасно, я и говорю. Вот здесь вот он без проблем поднимет. Хоть он оттуда натаскает. Да, но тут нигде не пройдешь. Все уже у нас есть. Да. Это 10 метров. Вот если бы ее убрать? Никак. А потом опять положить? Никак. Это все. Абсолютно невозможно. А если... Не, доски, ничего. А если засыпем? Засыпем. Да, а потом еще? А потом мы раскопаем? Не раскопать. Все поломано будет. Все поломано будет. Абсолютно все. Тут даже снег поломал. Вот эти вот такие вот бруски все сломал. А вот здесь было вот такое, вон, видишь, бобер перегрыз. Тут мы мажем все от бобра. Вот давайте. Обдумайте как. Так что думать, надо пробовать. А? Руки боятся. Ой, глаза боятся, руки делают. Но я почему сказал, что обязательно надо будет посмотреть. Вот здесь до конца много-то и не надо. Вот отсюда вот выровнять на то. Но пройти. Выровнять. Вот как ему сюда проехать? Это только ему оттуда, еще сюда. Только оттуда. Только оттуда глины толкать, подталкивать, себе делать, выравнивать выше. Да. Ну мы как в прошлом году я знаю. Да, да. Она сухая, она уже будет запустить вот за эти цепляться. Вот за эти за все цепляться будет.
расширяться под себе. И только вот прям ну, потихонечку, чтобы не свалиться. Ну, видите, что тут оно обрушилось кое-что. Ну, тут ближе к этому берегу сюда-то зачем? Ну, вот эту траву-то мы уберем ему. Нет, он это самое, и сам ее уберет. Будет оттуда надо будет толкать, прямо оттуда. Прямо оттуда, и сейчас даже дамбы сюда столкнут той. Но она там высоко взята. Он сейчас ее срежет сюда. Вот это первое, что нужно было бы сделать. А остальное там проще. А эти вот он все попереломает. О, значит, все. Делали ребята, трудились и... Ну, еще будут делать. Ну, мы эти, их, они корни-то не пустили. Их, может быть, опять посадить, Володя? Ну, нет, вот некоторые-то пустили. Посмотрите. Вот это, если вот срежет, тут не так и много будет. Поднимет. Ну, вот этот уровень надо поднять. А здесь вот тут что делать? Вот смотрите, глина будет в это. И глина туда. А там специально. У нас вот эти вот не дадут глине уйти туда. Она не дает, она задержит. Задержит. Там внизу, видите? Ему-то надо будет, а тут бетон, в принципе, будет держать. Это, он насыпет, нет. Он проедет. Здесь. Это проедет. Когда он ее заполнит, вот какая ширина-то будет. Оно шире насколько. Нормально. Ну вот, а ограничитель вот. Я думаю, что сделают тихо. Ну, еще раз говорю, мы ни на чем не оставим. Там ниже, видите, идет слега. Вон она пошла. Вон я не могу ему приказать, если он сам все будет делать, значит сделает. Дай показать. Значит сделаем. Показать. И видите, как сделали? Ну, чтобы она, глина не размокала, не уходила. А мы здесь привезли соломы. Он только один раз толкнул, мы скорее опять соманить. И оно проще стоит тогда. Держится. А дальше мы проедем. Вот этот вот берег, вот до сих пор этот может ее снять примерно так. Ну, он выровняет, уже посмотрите. Да, тот бок он может весь вынести сюда, потому что видите, тут заметно ниже. Надо ее все равно выше поднимать, на всякий конечно случай. И вот глядеть, как здесь будет. Ближе к этому берегу, если понятно. Так уж так там опасно. Понятно. Ну а тут-то что, она хоть и внутри-то копнет, что-то она вот настолько вот только размокла, дальше она сухая. Это ж глина, она жирная. Не принимает. Ну, будем надеяться, что не пойдет под ним. Ну, будет тихонечко. Мы один раз пройдет. Я Алексею сколько раз говорю, Алексей, я смотрю, мне страшно. Он говорит, нет, это, говорит, я прижал уже все, говорит. Вот этот момент, где там с той стороны бетон, вот тут она не начнет. С этой стороны только. Ну, я думаю, что нормально все будет. Если это у него получится, там мы заграду сделаем, а мы еще будем тогда это помогать трамбовать. Значит, вопрос будет снятый. Дальше. Мы в одно место с вами проедем, а в одно не проедем. Ну, пешком, вот этот вот лог, вот это нас. Знаете, это дорогу делали перед перестройкой. Да, вы мне рассказывали. Не успели. И там прохода никакого нету. Угу. А за ним дальше там озерко. Угу. И у него я покажу, у нас два одинаковых совершенно. Сейчас поедем на один. Но туда мы не можем проехать. Там промыв. Промыв, ну, примерно вот такой глубины. Он его завалит. Пройдет, мы сразу забрасываем туда вот такие же, вот построим это ограждение все это. Ну и ему большую работу дадим, самый, это называется у нас тот северный пруд, а тот южный. Угу. На двух сторон деревни, пойдемте. Но самое для нас сейчас это вот это вот. А вот тут-то широкое. Вот это все, что здесь есть, это все он может только потом здесь оставить несколько, а там рядом, таких кучек. Это по нашей просьбе он их здесь нагнал. Видите, он еще что сделал-то, вон куда подвел. Потихонечку подсыпать. А сюда надо однозначно сейчас будет подсыпать. И прям первым делом надо будет подсыпать сюда. Не знаю. Надо. Надо или не надо? Надо. По-моему, тогда пока не надо, пока он здесь не сделает. Дальше будет видно. Он оттуда, он выше, он все содрал. Она не поднимется выше. Нам всего тут сантиметров на 70. А там больше метра. Как-то оккультурить все, чтобы это самое... Нет, такие слова даже нам не говори. Понятно. Давай-ка вот здесь мы... Так, вот отсюда будет брать глина? Да, вот. Вот. Это его тут... Ему тут не хватит. Потихоньку. Сейчас я уйду. Вот. Это вот что у нас есть. Мы перекинем туда, на тот. Тот называется второй мостик. Тут можно не ходить по грязи, а вот по этим балкам пора пройти. Сейчас нужно отдадите.
проверим. Геннадий Иванович, останавливаю? Все, оторви.